Друзья, добрый день. Это интернет-магазин «Во-колесо». И очень-очень коротенькое и быстрое видео, потому что успели вот только вытащить по одной штучке из машины, которая идет сейчас на доставку, чтобы отснять, показать вам. Ой, видите, сам такой запыхавшийся. Шина размером 275-45-20. Это шина Кумха, корейская, в этом случае по-настоящему корейская, не где-нибудь сделанная в Китае. Видите, написано ZF20, шина скоростная. Еще они ее называют Крюген, внутри протектора это написано. Также вот, шина немножечко грязная, потому что, ну, как я уже говорил, вот-вот вытащили только ее, чтобы заснять, вам показать и обратно в машину на доставку. Вот такой вот протектор. Я говорил, что это чистая Корея. Я не обманывал, написано это. Шина свежая, 2015 года выпуска. Сейчас мы с вами найдем отметочку. Собственно, вот 44 неделя 2015 года. То есть вообще свежак Крюген. Вот такая вот шина. Очень хорошая, мягенькая, качественная. Стоит она в этом размере 10 тысяч, если мне память не изменяет, 250 рублей. Ну, либо 250, либо 350. Можно будет посмотреть это потом на сайте фотографии у нас и в группе ВКонтакте. Собственно, вот оно, короткое видео. Ну, а если захотите такую же шину, либо диски, вот наши контакты, звоните, пишите. Ребята, спасибо, все, мы побежали. Пока-пока.